Женская сборная Беларуси по гандболу готовится к матчам плей-офф квалификации чемпионата мира. Наша команда встретится с норвежками. Победительницы двухматчевого противостояния выйдут в основной раунд. Нынешний сбор продлится до конца недели и завершится товарищескими матчами против команды Украины. В составе нашей команды 16 гандболисток, 14, 4 из них легионерки. Прекрасно знаем, откуда Норвегия, поэтому можно спокойно играть с ними и расслабиться, расслабиться позитивным настроением и самое главное верить в себе. Конечно, будем биться, конечно, будем бороться, понимаем, что будет сложно, потому что на самом деле это самый сложный соперник, которого можно было достать. Ну, вот настолько мы везучие, поэтому выбора нет, будем сражаться и будем готовиться к ним. Против норвежских гандболисток наша сборная сыграет 31 мая в Бресте, и 5 июня команды проведут ответный матч в Норвегии.